Итак, друзья, а мы себя будем радовать сегодня выбором. Слушай, как женщины любят выбирать, как женщины любят делать свой выбор. И как любят, конечно же, яркие красивые краски. Друзья, на вашем экране плед шиншилла. Ох, шиншилла! И ура! К нам вернулась шиншилла с новыми цветами. Итак, встречайте, у нас 9 расцветов. 9? 9! Стой, Оля, такого никогда не было. Никогда не было. Тем более у нас есть расцветки как сдержанные, базовые, так есть и очень яркие, эффектные. А это значит, друзья, берите сразу 2. Вы мало того, что получите бесплатную доставку, так еще возьмете один базовый цвет, другой яркий для смены настроения. Оль, я тебе честно скажу, если бы я увидела на витрине магазина этот плед, я бы в этот магазин постеснялась бы зайти, подумав, что это стоит целое состояние. Вот. Посмотрите, как роскошно выглядит. У нас еще 2 цвета представлены на кресле. Ярко-красный и коричнево-шоколадный. Ну что ж, давайте будем разбираться, смотреть и еще. Вы знаете, какой размер? Размер нашего покрывала, нашего пледа-покрывала. 220 на 240. Это огромное покрывало, евроразмер. И, конечно же, им можно укрыть, укутать, как свою кровать. Так можно драпировать свою, например, свой диван в гостиной, ваш диван. Вы можете его преобразить. Не покупайте новый. Вы просто его декорируете шиншиллой, любым цветом на выбор. Но давайте разбираться, какие цвета у нас есть. Итак, смотрите, слушай, давайте расскажем о всех цветах, чтобы в этом разнообразии наши дорогие телезрительницы смогли выбрать, определиться и правильно заказать. Итак, друзья, давайте посмотрим с вами на эти расцветки. Ну, я вам, знаете, хочу с вами поделиться эмоцией. Такое чувство потрясающее. Он настолько приятный, я в нем прям тону. Он легкий, посмотрите, какой ворс. Оль, я просто поражена. Ой, это бывает так редко, чтобы вещь нравилась визуально, чтобы она на ощупь, то есть тактильное ощущение мы получали приятные. И чтобы был такой пушистый ворс. Знаешь, напоминает котенка. Ой, да, и на ощупь напоминает котенка. И визуально, друзья, потрясающие эмоции. Ваш потрясающий дом. Вот этот уют. А, кстати, котенок. Почему у нас такая ассоциация, Оль, возникла? Именно, мне кажется, потому что это что-то мягкое, нежное, пушистое. То, к чему душа лежит. Вот к этому пледу у вас будет душа лежать, действительно. Итак, давайте посмотрим цвета, чтобы вы правильно смогли заказать плед шиншилла. Яркий, насыщенный, красный, оранжевый цвет. Вот сейчас на экранах вы видите. Очень эффектный, модный, современный. Следующий цвет зеленый. Посмотрите, какой он красивый. Очень эффектный, да? Скажи фисташковый оттенок зеленого. Да, но, друзья, будете звонить, говорите просто зеленый, чтобы было понятно и чтобы точно этот плед оказался у вас дома. Кстати, очень легко заказать, сделать заказ. Просто набирайте номер на вашем экране и говорите «хочу шиншиллу». Называйте цвет и радуйтесь жизни с этого момента. Звоните, друзья. Звоните и порадуйте себя. Причем этот плед вам нужен будет как дома, так и на даче. И это многофункциональный плед. Давайте посмотрим. Итак, первый цвет, это серый графитовый, вот он, посмотрите на него. Друзья, потрясающая расцветка, действительно, следом у нас есть белый, но мы его так называем, чтобы было просто заказать. На самом деле, не переживайте, это молочный мягкий цвет айвори, за которым будет легко ухаживать и который будет красиво, конечно же, обустраивать ваш интерьер. А я вам расскажу потом, как правильно ухаживать. Следующий цвет, после белого у нас появляется розовый, вот он именно так называется, розовый, чтобы пришел именно к вам. Но он, конечно, немножко напоминает, знаешь, такую ягодку, ягодный оттенок. А главное, он такого же цвета. Что это значит? Эксклюзив. Не забывайте, друзья, оперативнее делать звонки. Ну что ж, мы переходим к зеленому цвету. Мы про него уже вам рассказали. И главное, друзья, каждый плед, он потрясающе уютный. Посмотрите, вот это вообще новое предложение дня для тех, кто у нас уже заказывает не один год, друзья, и хотите себя чем-то новеньким порадовать, заказывайте обязательно оранжевый цвет. Но и это не все. Конечно, не все. У нас есть еще роскошный желтый цвет. Вот он, желтый цвет, но он такой карамельно-желтый, такой мягкий, вкусный. Ну и, конечно же, еще один новый цвет, современный, эффектный, фиолетовый, богатый. Кстати, он еще является фантастическим, это мистический цвет. Цвет магии, цвет действительно чего-то необычного в вашей жизни, друзья. Ну что, а мы вам 9 обещали? Вот, еще 2. Посмотрите, насыщенный красный цвет и шоколадный. Мы его называем коричневый. Кстати, Оль, мне очень нравится, что ты именно вот их вместе положила.
Да, и я хочу сказать, что вы можете выбрать также два любых цвета или три. А теперь я скажу, что наш плед непростой, он двусторонний. Обратите внимание, помимо одной стороны, которая с очень длинным ворсом, вот вы сейчас можете это все увидеть. Длинный ворс, мягкий-мягкий, как шиншилла, как котеночек. И теперь я вам показываю оборотную сторону. Здесь у нас ворс покороче. Вы видите, какая здесь у нас возможность выбора. Можете одной стороной декорировать свою кровать, либо другой. И я хочу сказать, что у нас оно двойное. Я вот сейчас разъединю эти два полотна, чтобы вы увидели. У нас оно двойное. То есть это не одно, не одна ткань, а два. Два у нас полотна. То есть, по сути, это двусторонний плед, то есть, которым вы можете покрыть свою кровать, кресло, что угодно. Очень легко и просто. И менять в зависимости от настроения. За 1990 рублей, друзья, это эксклюзивное предложение для вас, для тех, кто только сейчас подключился. Мы напоминаем, плед шиншилла, 9 расцветок, все есть в наличии. Кстати, Оль, вот я говорю, да, можно менять настроение, и можно кресло укрыть тоже, да, и главное, смотри, когда мы садимся в кресло, главное, как, чтобы какие-то ощущения у нас приятные были, конечно, да? А еще я хочу тебе что сказать. Угу. В кресло садимся, что бывает с пледами, друзья? Что бывает? Ой, они растягиваются. Знаете, что бывает с пледами? Пледы, некоторые пледы вытираются. Вот. Некоторые пледы у нас, кстати, например, теряют свою яркость и мягкость, а наши пледы ничего не теряют. Смотрите на оранжевый цвет. Это новый современный цвет. И, конечно же, он сохранится вот в такой первозданной красоте. Красоте надолго, но я не знаю, мы вообще ничего не страшно. А я сейчас покажу на ваших глазах, что наш плед не боится даже вот такой экстремальной проверки. Я вот так вот взяла, вы видите, я взяла за ворс. Вот я сейчас постараюсь показать, что я держу не за основу, я держу за ворс. И я вот так вот просто дергаю, я подтягиваю. И у нас абсолютно, вы видите, ничего нигде не выдернулось, ни одна ниточка. Попробуй сама. Слушай, серьезно, действительно. Посмотрите, насколько легко и просто. Кстати, только на телеканале Shop & Show мы находим различные эксперименты для вас, чтобы вы поняли, что получаете качественный товар. К слову о качестве, не забывайте, при любой покупке на телеканале Shop & Show вы получаете гарантию 15 дней возможности обмена и возврата. Это ваша уверенность. Так закажите себе этот плед прямо сейчас. Олечка, иди сюда. Иди усаживайся в кресло. Я хочу вам рассказать, как легко можно вернуть свои силы после трудового рабочего дня. Я чувствую себя, знаешь, полярным мишкой. Ты выбрала себе самый яркий, модный. Усаживайся. Модный цвет выбрала наша Олечка. Вы знаете, как хочется иногда вот восстановить силы очень быстро, когда нет возможности прилечь и поспать. Вы просто усаживаетесь в кресло, укутываетесь пледом шиншилла, и вы расслабляетесь. Вот посмотрите, психологи рекомендуют, кстати, мягкая игрушка не случайно дается ребенку. Он учится тактильным ощущениям, он развивает свои чувства. И вы тоже, когда берете мягкие, комфортные вещи, вы еще и расслабляетесь. Ой, друзья, какие потрясающие эмоции. Оль, ты знаешь, у меня вообще с мягкими пледами ассоциируются самые лучшие моменты, самые лучшие, точнее, мои мечты. Я представляю сразу себе загородный дом, большую семью, большую собаку мягкую, и я у камина с чашечкой какао, укутавшись в плед. Итак, посмотрите, как Олечка у нас расслабилась. Вставай, моя красавица, надо дальше продолжать вот так работать. Всегда. А вот сейчас я хочу вам показать еще. Посмотрите, я хочу вам показать, что мы можем декорировать наше кресло. Для того, чтобы вам не покупать мебель постоянно, я хочу сказать, что вы можете обновить свое кресло. Открываю на мгновение старое наше кресло. Вот оно уже, но оно уже повидало виды. Оно уже требует либо перетяжки, например, перетяжки, или вы его... можете просто декорировать. Посмотрите, никто не узнает. А теперь я хочу показать, как вы можете еще использовать плед. Я беру сейчас коричневую шиншиллу и вот так его легким движением расстилаю на пол. Посмотрите. Да, я постелила на пол плед. Покрывало шиншилла. Знаете почему? Потому что я знаю, что за ним очень легко ухаживать, что я его потом постираю в стиральной машинке. И вы представьте, как вы устроитесь с ребенком поиграть на покрывале. И вы будете, во-первых, уверены, что вашего ребенка не просквозит, не продует, потому что он плотный, он двусторонний, он очень мягкий. Ну и во-вторых, он у вас будет, ребенок, развиваться. Ведь это развитие мелкой моторики.